плана. Мы вчера там полувыходной так немножко покатались, отдохнули. Сегодня заново вперед, в бой. Ну, конечно, тяжело. Там плюс 10, я здесь просто выхожу из самолета, плюс 20, сразу так вот затрясло аж всего. Ну, конечно, тяжело перестроиться, там плюс 10, здесь мы вышли из самолета, минус 20. Сразу почувствовался морозик, но быстро привыкли, да, мы с Урала, так что нам морозы даются, в принципе, легко. Вот, ну, а в Сочи нормально так. Молодцы, что выиграли, очень тяжелая игра была после Нового года. Вот, думаю, нормальная адаптация прошла, в принципе. Ну, раскатки — это нормальная тема, да, почувствовать лед, почувствовать борта, почувствовать эту арену, так чуть-чуть проснуться с утра. В принципе, надо всем успеваем работать, да, и 5-0 взаимодействие. Это всегда дает такой тонус к вечерней игре. Нефтехимик — хорошая команда, да, такая боевая, она борется за плей-офф, да, им сейчас каждые очки нужны. Они кусаются, цепляются, так что это будет тяжелая игра, будет кость в кость. Так что нам нужно работать, играть в свой хоккей, и все будет хорошо. Какая у нас четвертая игра с ними? Вот, то есть нам соперник известен, и чем-то удивить уже будет сложно. Вот, постараемся использовать свои сильные качества. Вообще рад играть в хоккей, обожаю эту игру. Кайфую от каждой смены, от каждой секунды на льду. Вот, охота больше пользы приносить команде, больше побеждать. Так что, конечно, очень много эмоций. И жду сегодня хорошей игры. Ну и самое главное, да, нужно сегодня победить. Посидели термы нижнекамские и поболеть за нашу команду. Ну, прям сильно любимых, наверное, нет, но все, в принципе, наши магнитогорские, которые выпускники нашей магнитогорской школы, все шикарно играют. Только магнитка, только победа! Выиграли вбрасывание. Один бросок, второй, и шайба в воротах! Вот Гребенкин бросает, ага, и вот шайба рикошетом попадает в лицо Коробкину. Но так все удачно складывается для Металлурга, что до конца дорабатывает этот эпизод Люк Джонсон. Yeah, it was just off a face-off. Гребенкин made a nice play, kind of getting a shot off and hit something, and just kind of popped out in front and just tried to get it off quick and luckily went in. So. Скажу так, мы проиграли в желании. Понятно, что у соперника каждая игра как плей-офф, настраиваются ребята от ножа, скажем так, да. Вот, у нас немножко другая ситуация. Вот, приходится стимулировать хоккеиста своими способами. Вот, но, к сожалению, сегодня не достучались. Вот, ребята из «Нефтехимика» молодцы. Очень много шайб на себя переловили, там вратари. Героически, да, все вытаскивали, отбивали, поэтому... Остается только поздравить, но нам будет уроком. I think it's just kind of a mental thing. I think sometimes we
maybe just aren't mentally sharp as we should be.